Союз нерушимый республик свободных. Вместе с гимном и флагом огромная держава ушла в историю четверть века назад. Вместо нее на карте возникли новые независимые государства. Они стали искать свой путь в мировой политике, экономике, культуре. Каков он, жизненный ритм постсоветских стран? Съемочная группа ОНТ побывала в каждой из республик бывшего Союза. Сегодня Узбекистан. От ханств, эмиратов и непризнанной туркестанской автономии к Советской Республике после драматичного национально-территориального размежевания в Средней Азии образована Узбекская ССР. Ее столицей стал Самарканд. Год 1930-й. Новой столицей Советского Узбекистана объявлен город Ташкент. 1941-1942. Эвакуация в Узбекистан крупных промышленных предприятий, в том числе машиностроительной и химической отраслей. Начало индустриализации республики. На эвакуированном из Подмосковья Ташкентском авиазаводе налажен выпуск самолета Ли-2. 1961-1966 годы. Строительство магистрального газопровода «Бухара-Урал», доставившего узбекское голубое топливо предприятиям тяжелой промышленности Уральского региона. 1970-1988. Второй этап индустриализации – создание новых промышленных центров, продолжение работ по геологоразведке, открытие месторождений нефти, газа, золота, бурого угля, урана. Узбекистан удерживает лидирующие позиции по производству хлопчатника. 1989. В Ферганской области проходят массовые погромы, связанные с межэтническим конфликтом узбеков и турок-месхетинцев. Погибает более 100 человек, ранено более 1000, сожжено и разграблено почти 800 домов. 1991-1995. Провозглашение независимости Узбекистана. На Олимпийских играх в Лиллехаммере фристайлистка Лина Чурязова завоевывает первую в истории страны золотую медаль. Масштабная приватизация. Передана в частное владение и преобразована в акционерные общества более 18 тысяч предприятий. 2001-2005 годы. На территории Узбекистана размещается американская военная авиабаза. Она используется в антиталибских операциях в Афганистане. Год 2008. На совместном узбекско-южнокорейском предприятии в Андижанской области выпущен миллионный автомобиль «Уздео». 2016. За 25 лет население Узбекистана увеличилось почти вдвое и превышает 30 миллионов человек. По данным международных рейтинговых агентств, экономика страны является одной из наиболее быстро развивающихся в мире. Смысл крылатых слов «настоящий Ташкент» понимаешь только в Ташкенте. Лето – почти 40 градусов. Но при этом буйство красок, размах и движение, характерное для города с более чем 2-миллионным населением. Но полвека назад здесь было все иначе. В современном Узбекистане жизнь бурлит, жизнь кипит. Но здесь никогда не забудут скорбную дату – 26 апреля 1966 года. Восьмибалльное землетрясение. Вся центральная часть Ташкента была практически стерта с лица земли. Инфраструктура города уничтожена. И тогда на помощь братской республике пришел весь Советский Союз. Тысячи палаток, сотни магазинов, медицинских пунктов и точек питания нормализовали ситуацию. Было сделано все, чтобы предотвратить хаос и угрозу эпидемии. К началу зимы 1966 года, была выполнена первостепенная задача. Более 300 тысяч ташкентцев получили кров. Благодаря новостройкам город вырос в полтора раза и стал еще более интернациональным. На многочисленных стройках трудились и посланцы Беларуси. Кто же знал тогда, что ровно через 20 лет, день в день, в эпицентре чернобыльской трагедии окажется и наша земля? Роковое совпадение.
еще с советских времен Ташкент назвали городом мира, дружбы, согласия. Этот город парков, скверов. Здесь всегда было очень много туристов. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. По-русски говорите? Да, немножко. Немножко говорите. Ну, я сразу вижу, что вы не узбеки. Вы гости Узбекистана? Гости. Да. Откуда? Из Испании. Вы часто сюда приезжаете? Я конкретно уже 14 лет приезжаю каждый год сюда, в Узбекистан. Угу. По бизнесу. Русский язык откуда-то хорошо знаете? Я учился еще во время Советского Союза. А. Учился в Москве. Закончил МГИМО. О, дипломат. Дипломат. И бывали в Беларуси тоже? И в Беларуси очень тоже. Где? Я там жил практически 10 лет в Минске. Земляк. Особенно это приятно, находясь за несколько тысяч километров от нее. Все, удачи вам. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, я вас на чай обязательно приглашу. Договорились? Отлично. Через час. Хорошо. Через... Нормально? Отлично. Узбекистан открыт для туризма и бизнеса. И количество таких посещений растет из года в год. В 2014 году здесь приняли почти 100 тысяч туристов. В 2015-м еще больше. Говорят, что сначала сюда приезжают полюбоваться первозданностью памятников архитектуры, познать самобытную культуру этого древнего города, ощутить его восточное гостеприимство. Но если после этого появляется еще и деловой интерес, считайте, вам повезло вдвойне. Час прошел, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, маленькая Испания у вас здесь. Что вам напомнит? Да, да, да. Это Каталония. Каталония, да. Это вообще стиль Гауди. Гауди. Вся Барселона там, по-моему. Да, как раз есть партнеры наши. Они покупают керамическую плитку. Так это вы сейчас нам назначили встречу, значит, специально у ваших партнеров? Напротив них. Ага. Они а здесь? Их магазин, да. Они узбеки, да? Они узбеки. Ну что, пошлите тогда с ними знакомиться сейчас тоже. Салам алейкум. Здравствуйте, здравствуйте. Из Минска приехали. Вот керамика соседняя. Здесь по соседству продаются белорусские? Если вы позволите, у вас можно чай попить? Да, чтобы мы хотим проверить, насколько он помнит наш Минск. Можно? Связи со странами СНГ – приоритет внешней политики Узбекистана. Причина комплексная. Общая история, сложившиеся экономические связи, географическое положение. Словом, все, что называется геополитикой. Отношения с Беларусью строятся, как бы это громко ни звучало, на взаимной симпатии и доверии между двумя народами. Это подтверждает даже сухая статистика взаимного товарооборота. С начала тысячелетия он увеличился более чем втрое. Преобладает белорусский экспорт. Мы отправляем в Узбекистан грузовые автомобили, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, продовольственные товары. А получаем из среднеазиатской страны хлопчатобумажную пряжу, волокно, ткани, товары химической промышленности. Приятно, что вот даже... Находясь вот в Ташкенте, мы встречаем продукцию Беларуси. Кстати, надо отметить, что очень много тяжелой техники, машин, наши трактора представлены здесь, и холодильники, и телевизоры. Одним словом, Беларусь для Узбекистана была, есть и уверен, непременно будет надежным и хорошим партнером. По производству важнейших видов продукции Узбекистан занимает лидирующее положение в Центральной Азии. На его долю приходится 80% минеральных удобрений, 94% химических волокон, 54% естественного газа, более 59% цемента, 65% хлопка-сырца. Мустакилик Майдани – это главный символ независимого Узбекистана, площадь независимости. Когда-то она была площадью Ленина. Указ о государственном суверенитете президент тогда еще Советского Узбекистана Ислам Каримов подписал спустя 10 дней после несостоявшегося августовского путча
1991 году. Когда-то в народе это место называлось Красной площадью. Сегодня здесь все изменилось. И, кстати, еще один весьма любопытный факт. Все современные сооружения, которые возникли на этой площади, появились как раз-таки в годы независимости Узбекистана. В 2002 году, 24 октября, наш президент создал фонд развития детского спорта в Узбекистане. Это в мире нету такого. Потому что сейчас строятся такие спортивные залы, вот в Кишлаках, в селах, вот такие они спортзалы, они соответствуют международным стандартам. Стандарты. Ну, это значит, один из таких, это, я так да, понимаю. Это чисто Кишлаки, да, это такой, более-менее. Есть в городах это построено, чтобы ребята в свободное время они занимались чем-то. Спортом. Спортом. Чтобы они в других местах не ходили. Они всегда должны быть после в школе, они должны быть заняты чем-то. Я как заметил, вы начинаете с гимна, все тренировки так. Тренировочный процесс начинается с гимна. Потому что... И патриотизм прививаете, да? Хорошая примялка. Я просто, знаете, на них смотрю, почему я не родился в Уштакалик, думаю, все это самое, понимаешь? На них смотрю, машины дают, квартиры дают, участки дают, все, что... Лишь бы они выигрывали. Чтобы... Они этого заслужили, согласитесь? Они заслуживают этого, но благодаря нашему президенту. Потому что у нас государство много фонд. Он выбрал именно спорт. Почему? Потому что о, спорт и мир, дружба. Узбекистан – одна из ведущих спортивных держав Центральной Азии с развитыми тренерскими школами и победными традициями в различных видах спорта. Здесь популярны футбол и спортивные единоборства. Греко-римская и классическая борьба, кураж, дзюдо, самбо. Как кузнечики скачут, а, прыгают. Так, 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 стоп, остановитесь, идите ко мне сейчас, идите сюда. По-русски все говорят? Да. Да? Как вам вот сейчас жарко? А, все равно нету лени, приходите на тренировки? Да. Любите борьбу? Да. Да. И каждый хочет стать чемпионом? Да. А вот кто-то мне сейчас из вас скажет, как первые строчки вашего гимна начинаются? А ну-ка, все вместе. В Узбекистане так принято, что если бы мы не зашли бы в дом, то значит мы немножко обидели и оскорбили даже хозяев. Поэтому мы идем домой к нашему чемпиону. Пожалуйста, проходите. Ильхом Бахрумов в 2014 году на второй юношеской олимпиаде завоевал золото. Гостеприимство – характерная черта узбеков. Умение принять гостя ценится у них выше богатого стола или семейного дата. Собралась семья нашего олимпийского чемпиона. И вот все друзья, все ребята, которые тренируются с ним, и тренер, они все... живут одной семьей. И вот это традиционные вот такие застолья. Я так понял, раз она руку на сердце да, положила, значит что-то сказала патриотическое про родину, да? Да, да, да. За Узбекистан, да? Да. Равшан Ирматов – звезда мирового футбола. Правда, его имени нет в составах национальных сборных. Ирматов – футбольный рефери. Ему принадлежит рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира, которые он обслуживал в качестве судьи. По итогам 2011 года Равшан Ирматов был объявлен лучшим рефери мира. В 34 года такой титул завоевать не удавалось никому. 5 раз становился обладателем титула лучшего футбольного арбитра Азии, обладателем многих государственных наград и специального знака «Гордость Узбекистана». Когда главный рефери больше всех матчей доверяют не кому-нибудь, а нашему, все-таки мы считаем своим, да, тоже испытываем гордость. Все постсоветские страны, когда играют, мы обязательно обращаем внимание, болеем за них. Потому что это, как я сказал, у нас общая история. Мы как бы братские народы. И спорт всегда приближал, укреплял наши дружеские связи, дружеские отношения, как бы братские отношения. И спорт всегда остается послом
послом дружбы, послом мира. Себя считаете ли национальным героем? Не, я... Честно, я вижу, очень скромный, да, парень. Да, честно говоря, я не считаю себя героем. Я просто делал то, что был обязан делать. Все. Вот на чемпионате мира в Бразилии, допустим, сколько? Больше всех матчей вам довелось, да? 4 матча довелось. Конечно, ответственность колоссальная. Какой был самый? Колоссальная ответственность, потому что от одного вашего решения может повернуться исход матча. По секрету скажи, пожалуйста, кого считаешь в мире самым корректным футболистом? Такие как Месси, Роналду, да, на них иногда бывает в футболе охота. Чисто нашему братскому народу, нашим братьям белорусам пожелать крепкого здоровья, процветания всему белорусскому государству, и чтобы футбол в Беларуси процветал, весь спорт процветал. По количеству медалей, завоеванных на Олимпиаде в Рио, Узбекистан занял 21 место. Результат выдающийся. Наиболее успешными оказались узбекские боксеры. 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. 5 бронзовых медалей у борцов и дзюдоистов. Ну и, конечно, оглушительная победа штангиста Руслана Нурудинова. Не с первого раза, но нам все же удалось договориться о встрече с действующими чемпионами мира в одном из местных спортивных клубов. Пока мы наблюдаем их тренировку, скажу честно, очень впечатляет, как работают ребята, этот азарт. Через какое-то время мы попытаемся побеседовать с ними. А пока не будем мешать развитию. Ну, вроде страсти все поутихли. Ребята потренировались. Ассаламу алейкум еще раз. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Извините, что отвлекаем вас во время вашей азартной такой тренировки. Но знаете, честно скажу, очень впечатлило и вдохновило так вот. Во-первых, потому что Узбекистан в надежных руках. Все защищайте родную, честь родной страны, правильно? У нас есть родина, которая стоит за нами, над нами, и она нас двигает сзади вперед. И такие, можно сказать, уже легендарные люди, как Кадыров на дураке, в помощи и с Божьей помощью помогают нам, не только нам, а всем спортсменам, не только Узбекистана, но, можно сказать, и Азии. Mm-hmm. Если будет больше таких людей, то мы будем только расти. Вот пришел к нам присоединиться, это наш лидер, капитан команды сборной Узбекистана, неоднократный чемпион мира Мурод, азиатский медведь Мантураев. О! Всем друзьям из Беларуси, и не только из Беларуси, а всему миру хочу передать привет, высоких достижений, чтобы все у вас всегда получалось. И поднимайте каждый флаг своего государства. И обязательно приглашаем всех бойцов, файтеров, борцов, всех спортсменов Беларуси к нам в солнечный Узбекистан приехать и посмотреть на жемчужину Востока. По законам восточного гостеприимства мы опять были приглашены за стол. Таков жизненный принцип. Уходя в дорогу, древний путник оказывался один на один с бесконечной степью. На сотни километров ни души. Могли кончиться деньги, иссякнуть еда и питье, но надежда на то, что в любом доме его обязательно примут, согревала душу. Хозяева просто не имели права отказать, ведь следующим путником, оказавшимся в подобной ситуации, мог стать кто-то из близких. Мы находимся на стадионе «Пахтакор». И, кстати, в этом году это общество отмечает свое 60-летие. Сколько баталий, футбольных сражений проходили на этом стадионе, которые вошли в историю? В самом конце 70-х Узбекистан пережил поистине национальную трагедию. Республика лишилась спортивных кумиров.
11 августа 1979 года футбольная команда «Пахтакор» отправлялась в Минск на очередной матч чемпионата Советского Союза. Трагедия случилась в воздухе. Вся команда погибла. Знаете, эта боль не утихает ни у кого в сердцах. Надо сказать прямо, что хоть прошло столько лет, но все равно нам не хватает всех этих людей. Футбольный клуб наш «Пахтакор», начиная с 80-го года, ежегодно в этот день проводит международные турниры. Приезжаем сюда на кладбище, собирается много народу. Люди идут, несут цветы, вспоминают этих всех, не говоря уже о профессиональных работниках футбола, спорта. Еще раз повторю, потеря для нас невосполнима. А вы помните тогда, вот ведь буквально в следующем сезоне уже новый «Пахтакор» был. Все республики бывшего Союза дали своих игроков, футболистов, чтобы возродить традиции. Конечно, при всем это был жест, наверное, замечательный, но это уже был не тот «Пахтакор», согласитесь? Это был уже другой «Пахтакор», конечно, сейчас футбольный клуб «Пахтакор». Наша команда на 80% состоит из воспитанников нашей академии. Это редкий случай вообще не только в нашем, в мировом футболе даже, можно сказать. У нас на поле выходит 9-10 футболистов, которые закончили нашу академию. Пользуясь случаем, конечно, хочется передать не то что огромный, сверхогромный привет моим друзьям из Беларуси, прекрасным тренерам, прекрасным футболистам в прошлом. Это Диме Тарасову, Ване Савостикову. Так что вот получилось так, что, видите, только смогу вам передать через ваше телевидение большой привет. Мы отправляемся в Самарканд, древнюю столицу Узбекистана. Еще недавно для того, чтобы из Ташкента добраться до исторического центра, нужно было сделать большой крюк через Казахстан. Сейчас все иначе. Сегодня уже построена новая дорога, и мы видим, что все машины направляются по своей территории, по Узбекистану, для того, чтобы попасть из столицы в другой город – Самарканд. Поездка в Самарканд выпала на выходные. Мы надеялись, что встретим отдыхающих от каждодневных забот людей, но увидеть довелось нечто неожиданное. В новейшую историю Узбекистана тоже вошло добрая традиция. В выходные дни все вот так вот, как говорится, всем миром выходят жители разных деревень, населенных пунктов. Это так называемый хашар. В наши времена назывались субботниками. Здравствуйте! Здравствуйте! Бог в помощь! Ну как, не устали? А, нормально? С хашаром вас. У вас хашар, да? Да, да. О, и вот смотрю, трактор наш вон. О, белорусский, видите? Это вы договорились, да, как нас увидели? Да, позвонили, говорит, проедь здесь, а? А что за поле там? Что вы там садите? Хлопок. О, ваше достояние? Да, да, да. Раньше вы весь Союз обеспечивали. Ну, сейчас Союза нет. И пшеница, все, да? Что только у вас не растет, скажите? Один банан не растет, но он не нужен, да? Растет банан тоже? Ай, молодцы. Узбекистан – крупнейший импортер белорусской сельхозтехники и оборудования. Кормоуборочные комбайны, силовые трансформаторы. В 2012 году возобновились поставки тракторов. У здешних механизаторов они пользуются повышенным спросом. Недалеко время, когда в Узбекистане появится совместное с Белоруссией производство по выпуску наиболее востребованной техники. Вот они, хлопковые плантации. Это еще с советских времен было, наверное, главным достоянием Узбекистана. Если в советские времена всего этого хватало для того, чтобы обеспечить весь Советский Союз, то с приобретением независимости руководство Узбекистана стало поступать более рационально, то есть максимально использовать в своих интересах, раз. Второе, то, что необходимо для того, чтобы
создать экспорт. И, между прочим, за вот эти 25 лет новейшей истории Узбекистана в стране построено 150 текстильных предприятий, куда направляется вот это вот именно хлопок с узбекских полей. Мы находимся в районе Дустлюк-Тумани, что в переводе обозначает район дружбы, в 185 километрах от Ташкента. А в этом районе, носящем такое символическое, очень приятное название, интернациональный состав проживает. И вот сейчас мы проверим. Салам алейкум. Рустама ищем. Где Рустам? Куда? Можно его позвонить? Его назвать. Здрасте. Белоруса ищем. Есть такой? Я кто? Отец, я. Вы отец? Да. Рустама? Да. Ага. Так это вы на белорусский женились, да? Да, Ивацевич. Откуда? Ивацевич. Ивацевич? Да. Где мы встретились, видите? Алло! Рустам! Теске бега! Теске Белоруссия сені кеп күтіп отырыпты. Вот так отец разговаривает со своим сыном. Теске. Так, говорит, худшей ляти, тут белорусы. Салам алейкум. Руслан бей? Да. Наш белорус, слушайте. А? Из Минска приехали. Нам очень приятно, когда вот мы разговаривали с людьми, поле работает. Узнали, что мы из Беларуси. Говорят, слушайте, так у нас Беларусь. Ну я там вырос, родился и вырос в Беларуси. Давайте. Дыни отцов. Покажите. Пошли, покажи. Похвастайтесь. Вот. Беларусы. Беларусы будете показать. Будем показать. Да, так спрашивает Рустам. А? Беларусь. Наш белорусский узбек. Сейчас изменений очень много, на самом деле. Изменений очень много. И даже в работе, в чем-то, да вот. Фрукты, овощи, зерновые. Помимо хлопка, это аграрная продукция Узбекистана, визитная карточка страны. Но кто не знает узбекские дыни или виноград? Это и многое другое – плоды труда тысяч узбекских семей, вековая неиссякаемая традиция. Самарканд – это второй по величине город, древняя столица. Это город, который поистине является историческим и культурным центром современного Узбекистана. Здравствуйте. Здравствуйте. Это все у вас традиционное? Да. Ну, а вы каждый день здесь, да? Да, мы каждый день с утра до вечера. Ну и много посещают? Ну, конечно, да. Ну, я понимаю туристов, а вот местных? Местных тоже много. Угу. Мы гордимся своим памятником и своим городом. Ага. Что мы рады, что в Узбекистане живем. Я знаю, в Самарканде ревностно относится, потому что это древняя столица. Да. Сегодня Ташкент столица, правильно? Да. Помните, была даже песня про Ташкент, что это город дружбы? Да? Да. Сияй Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Да. А почему про Самарканд такой песни нет, а? Вот. А ну, она какая? Самарканд, это наш город. Вкусный плов, лепешки, ночи дивные, дорогие улицы старинные, не разделят нас дороги длинные, ты всегда со мной, любимый Самарканд. Не разделят нас дороги длинные, ты всегда со мной, любимый Самарканд. Действительно, дороги Узбекистана ведут в Самарканд. Его грандиозным памятником, туда, где все проникнуто духом глубокой сказочной старины. И хотя древняя столица живет не только прошлым, но и будущим, совсем недавно время на этих улицах буквально остановилось. Здесь хоронили первого президента страны Ислама Каримова. С его именем связано очень многое. И возрождение экономики, и развитие спорта, и политическая самостоятельность Узбекистана. Как бы Каримова ни критиковали приверженцы либерализма, в ходе подготовки этого репортажа мы то и дело слышали о нем благодарные слова от обычных людей. Президент Узбекистана покинул этот мир на 79-м году жизни. Проводить его в последний путь вышли сотни тысяч человек. Под колеса траурного кортежа они бросали цветы. Каримов появился на свет в Самарканде,
и здесь же, у этих тысячелетних стен, останется. А это святыня святынь всех жителей Узбекистана. Мавзолей великого Тамерлана. Да, мы знаем об этой исторической личности именно так, как Тамерлан. Фамильная гробница Тимура была воздвигнута в юго-западной части города в 1404 году. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Усыпальница тимуридов послужила прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих Моголов – мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были представителями правящей династии Северной Индии. Полное имя Тимура было Тимур ибн Тарагай Барлас. Тимур, сын Тарагая, из барласов. Не будучи чингизидом, Тимур формально не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром. В различных персидских источниках часто встречается прозвище Тимур Элянг, Тимур Хромой. Он в сражении получил ранение в правую ногу, да. Поэтому в Европе его называли Тимур Элянг, Тимур Хромой, Хромой Тимур. А он... Мы здесь, узбекский народ, в Узбекистане, его называют как Эмир Тимур, потому что он был военным, полководцем, и наше молодое поколение, оно уже почитает его, поэтому каждый раз, приходя сюда, они заново могут для себя открыть вот эту историю, всю правду о нем. Много ли жителей Узбекистана посещают музей? Много, очень много. Эмир Тимур, он не только создал великое государство, он был покровителем науки, культуры, он пригласил всех... лучших, самых наилучших мастеров Самарканда. На самом верху показано редкое сочетание планет и в центре созвездие Овна. Это означает, что Эмир Тимур родился 9 апреля 1336 года. Ниже показана священная птица Хумо, которая своими крыльями как бы оберегает, защищает этого младенца. Видите, созвездие Водолея и падающая звезда. Это означает, что Эмир Тимур умер 18 февраля 1405 года. То есть он прожил 69 лет. Но для того периода это считалось много. Вы сказали птица Хумо. Она в современном гербе, да, Узбекистана представлена? Да. 96-й год был объявлен годом Эмира Тимура. И под участие... В полном участии президент Ислам Каримов был построен вот этот музей. До 96-го года его не было. Это детище президента Каримова. Один такой вопрос. Вы сказали, там на картине заседают все великие мужи, женщины скрываются. А в современном Узбекистане также? Сейчас уже нет. Сейчас у нас женщины идут в ногу с мужчинами. В представлении большинства европейцев восточная женщина забита и бесправна, ограничена в своих действиях волей мужа-тирана и строгими законами шариат. Но относится ли это к узбекским женщинам? Во-первых, они заняты почти во всех основных государственных сферах. Во-вторых, в последнее время женщины часто соревнуются в предпринимательской деятельности с мужчинами, чего еще каких-то 20 или 30 лет назад даже представить себе было невозможно. Но в большинстве своем традиционно узбечки занимаются домом, воспитанием детей и, конечно же, пекут хлеб. Знаменитый узбекский хлеб. Быть в Самарканде и не отведать самаркандского хлеба – это было бы неправильно. Его уникальность заключается в том, что вот если мы сегодня приобретем этот хлеб, мы его как минимум можем через 2 месяца, да? Еще кушать. Даже сегодня мы узнали, когда местных ребят отправляют в армию. Да, я прав? Они делают откус, накус, да? Откусят, оставляют след и прячут. И когда он возвращается из армии, он это доедает. Вы объясните нашим телезрителям, за счет чего он так держится. В холодильнике держать, ухранить. Так. Сушить потом. И сушить можно. А как потом, через 2 года, как я могу его употребить в пищу? Что для этого надо сделать? Получите, как свежий лепешек, вот такой было. В обычную воду? Да, в обычную. Лепешки отвезут от нас в Америку, в Москву, Ташкенту, Индия, Китай, все. Ох. Страны. Ваши, да, вот так везут? Такой лепешки нигде никто не сделает. Здравствуйте. Какой вам хлеб? Вот эта лепешка. Сколько стоит эта лепешка? 5. 5.
А вы у нас приезжие? Не местные? Местные? Салам алейкум. А вы не знаете цены на хлеб? Ай-яй-яй. Первый раз такой? Ну, надо попробовать обязательно. Помогаем нашим коллегам узбекским. Занимаемся рекламой, чтобы как можно больше люди хлеб ели. А то, что-то в последнее время говорят... Худеют? Поэтому вы думаете? А я вот сколько помню, Ташкент всегда называли город хлебным. А? Вы согласны? Национальные традиции здесь проявляются во всем. Даже когда пришли на центральный городской рынок Ташкента, поражает, во-первых, масштабы. И вот оно, настоящее изобилие. Я уверен, что любой из вас, дорогие друзья, мне сейчас позавидует. И арбузы, и дыни, бахчевые культуры, овощи, фрукты. Все натуральное, все вкусное. Самое главное, экологически чистое. Настолько плодородная земля Узбекистана. Мы из Беларуси приехали. Это наше родное. Хочу помочь тебе. Продать, да? Подходите! Картошки. Почем? 1500. 1500? Дешевле, да. Дешевле. Ты что, первый раз в Ташкенте? У нас торговаться можно. Так скажи, 2,5 тебе за 1500 дам. Мне много надо сейчас. О, 500 сколько? У нас есть 500 килограмм? Есть, мне тонна есть, да. Тонна есть? Да. Ладно, давай, насыпем ему. Давай. Сколько будешь брать? 500. Якши, даем за 500. Давай, спасибо. Поражает, вот насколько все люди одинаковые. Все такие добрые, гостеприимные, щедрые, нежадные. Спасибо. Да? Спасибо. Знаете, тосты нельзя говорить чаем, но все равно я хочу выпить за вашу землю, за ваш труд, за ваш народ. И самое главное, чтобы был мир на вашей земле, и вы гордились своим родным Узбекистаном. Спасибо. Договорились? Я не пьющий. Но дело принципа. Младший лейтенант Сагдулаев. Я. Вторая эскадрилья. Есть. Занавес. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка... В бой идут одни старики. Замечательный советский фильм 1974 года. Тогда он собрал 44 миллиона кинозрителей, стал одним из самых кассовых. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты. Персонажи фильма стали народными. К сожалению, некоторые замечательные актеры не дожили до сегодняшних дней. Нам же посчастливилось встретиться со знаменитым узбеком, известным как Ромео. Рустам Сагдулаев родился 25 июля 1950 года в Ташкенте. Сниматься в кино стал в 13-летнем возрасте. В 1973 году был рекомендован Леониду Быкову на роль Ромео в фильме «В бой идут одни старики». После выхода ленты на экраны молодого актера полюбил весь Советский Союз. Мы душой богатые, мы гостеприимством богатые. Мы богаты тем. Вот где вы видели такого, такую семью, которая всю жизнь собирает, строит, потом вот за 2 часа все отдает? Где вы видели? Это только мы. Когда ты соседу плов несешь, говоришь, вот у меня было такое событие, отведайте нашего плова. Они благодарят Аллаха и благодарят нас за то, что вот мы дружим. Что мы не забываем, что мы близкие соседи. А сейчас надо посмотреть плов. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Самое главное, когда в плов кладется вот эта зра. Вот эта зра. Основной компонент плова, который дает вкус, незабываемый вкус. И сколько сейчас будет так париться? Это сейчас где-то минут 10 она будет. Быть независимым – это, знаете, очень долгий путь, тернистый путь, потому что все надо делать заново. Узбекистан – это большая наша семья. С
все. Ага. Самый настоящий узбекский. Самый настоящий узбекский плов. И вот, вот эта лебедка, они здесь же пекут, и она... Спасибо. Вот. Спасибо. Все. Приятного аппетита, не завидуйте мне. Чифан одевается дорогим, дорогому гостю, а дорогой гость сейчас это...